Вот пример дверки. Работа сделана. Но, скажем так, вот мелочевка осталась, которую не доделали. Вот и дверь выглядит куцовато. Хотя, в общем, видно, что сделано неплохо, но так называемую чистку не доделали. Тут ее поправить, в общем-то, недолго. Осталось немного. Что самое интересное, вроде бы небольшие дефекты остались, а? Видно достаточно хорошо на улице это все. Неровности. Она как оспинами покрытая вся поверхность. Хотя, в общем-то, тут не столь много времени надо затратить, чтобы ее доделать. Вот в верхней части, вот здесь тоже видно в лампе. Я сейчас сниму без дефектовочного экрана. Вот так на улице видно. В общем, дверь выглядит, скажем так, не айс. То ли человек поленился доделать, то ли просто он этих дефектов не увидел. Или не посчитал нужным выводить более качественно.